Балойный Сергей Валентинович, заместитель начальника управления по СВАУ, Главного управления МЧС России по городу Москве. Скажите нам, пожалуйста, по фактору, сколько здесь работало, сейчас объявлена эвакуация. В 1:44 поступила заявка о сгорании административного здания по адресу улицы Белозерской, дом 14. По прибытию первого расчета было определено, что площадь сгорания составляет 800 квадратных метров, а был объявлен ранг пожара номер 1 БИС. В дальнейшем на пожаре сосредоточено 14 единиц техники, проложены 3 магистральных линии, работало 3 водяных ствола, 1 лафетный ствол, установлен 1 подъемный механизм автолестницы, работало 3 звена ГЗС по проверке помещений, сгорание происходило внутри здания, мебели, отделки. Здание неэксплуатируемое, проверены все помещения, пострадавших и погибших не обнаружено. В 2 часа 57 минут пожар ликвидирован. Предварительные причины есть? По предварительным причинам работают органы дознания. Здание было опечатано. Планируем снос этого здания в первом квартале 2020 года. Училище Олимпийского резерва с бассейном и со спортивными залами комплексами. Проблем тушения нет. На данный момент производится проливка, разборка конструкции. Крыша загорелась, а потом в салоне вспыхнула. января 2020 года по адресу улица Шумилова, дом 16. Водитель автомашины с такси оставил транспортное средство, перекрыв движение местным жителям. Нарядами дорожно-патрульной службы данный водитель был установлен. В отношении гражданина был составлен административный материал за нарушение правил остановки и стоянки. Руководство ГИБДД Юго-Восточного округа просит вас быть взаимовежливыми на дорогах и не нарушать правила дорожного движения. Я прошу прощения, этот неправильное место парковал, забыл номер телефона оставить, больше не повторится. Произошел простой прецедент, в принципе, рядовой, он много происходит у нас в столице, как бы, особенно с такими людьми, как таксисты. Вот. То есть мы шли, стоит такси посередине, как бы, и мешает выезду простым автомобилям, местным жителям, опять же, которые паркуются на своих парковочных местах. Нельзя было ни дозвониться, ни найти этого водителя. Пришлось своими силами толкать машину, а точнее ее переносить. А вышедший таксист в конце итоге говорит, что он спал и отдыхал, и ему как бы относительно получается наплевать на тех жителей, которые живут здесь. Ну, лучше бы такого больше не было никогда. Извинения извинениями, но другие опаздывают на работу, опаздывают по своим делам. И есть даже варианты, когда человек просто опаздывает на какую-то сделку, которая там приносит много денег. А то, что парковаться нужно по местам и в нормальных местах, это другой разговор. И лучше бы такого не было, и люди задумались перед тем, как вот так бросать свои автомобили.
зарезать не успеет. Спасибо. Все, блядь. Вода бы. Все, пиздец, да? Все сгорело нахуй, да? Отойди, отойди, отойди. Дорогу, дорогу, дайте. Расходимся, расходимся. Уйди, 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 я за водой. Ребята, отобрали бочевку. Thank you.